В 11:30 нам сегодня поступил сигнал от диспетчерского пульта аэронавигации о том, что с Красноярского края поселок Тикси шел самолет Министерства обороны Ил-18, на борту были пассажиры, и он не вышел на связь. Его никто не слышал, и его никто не видит. Естественно, по тревоге поднимаются наши вертолеты, потому что мы дежурим в аэропорту Тикси по ПАСОП, так называемого аварийно-спасательного. Экипаж Хачатурова первый обнаружил его на расстоянии 30 километров от поселка Тикси. Первая версия такая, что якобы не хватило топлива. Но я не сужу и не берусь судить. Там есть пострадавшие. Мы первым рейсом вывезли 12 человек, из них 10 лежачих пассажиров. Погибших на сегодняшний день мы сведений таких не имеем, а имеем только то, что есть сильные ушибы.